В первой половине 90-х годов по Москве прокатилась волна загадочных убийств. Жертвами киллеров стали известные авторитеты преступного мира, воры в законе. Глобус, Бабон, Атари, Сильвестр, Султан, Фрол. Своеобразный институт воров в законе появился в СССР в 20-е и 40-е годы в период сталинской страны ГУЛАГи. Многомиллионная армия гулаговских рабов охранялась мощной всесильной карательной машиной ВЧК ГПУ НКВД. В сырых бараках, спертых камерах, на зоне, подданной этой страны, на какие-то мгновения, минуты, часы оставались вне надзора и контроля, охранявшей их вохры. ГУЛАГ нуждался в дополнительном инструменте управления, управления изнутри, и такой инструмент появился. Сами воры в законе не догадывались и не могли догадываться о той социальной функции, которую они выполняли в тоталитарном государстве. Они блюли воровские законы, выступали в роли третейских судей преступного мира, организовывали взаимовыручку, карали отступников. Они управляли преступным миром. В начале 90-х годов для них, казалось бы, наступил подлинный золотой век. Однако действительность обернулась серией загадочных убийств и пышными похоронами. Кто стоял или стоит за громкими убийствами лидеров преступных кланов? По одной из версий, таинственная организация «Бумеранг». Разрешима ли загадка «Бумеранга»? Загадка, ответом на которую могут быть только версии. Метро Чеховская. Стою у России, метро Чеховская. Вот, страны Чеховской, у России. Понял. Буду по бульвару, понимаешь, сейчас буду уезжать по бульвару. На Калину будешь выходить? Не понял. На Калинин не будешь выходить? Глубокой ночью 22 июля 1993 года в центре Москвы на Олимпийском проспекте произошла перестрелка. Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила у здания спорткомплекса труп мужчины. Случайный свидетель перестрелки, оказавшийся сторожем платной автостоянки, утверждал, что убитый мужчина – случайная жертва беспорядочной стрельбы. По его словам, выходило, что вначале был убит или ранен другой человек, тело которого неизвестные ему люди положили в салон иномарки и увезли. На номер автомашины он внимания не обратил. При осмотре места происшествия за барьером пандуса был найден карабин СКС с оптическим прицелом. Потом объявился еще один свидетель происшедшего. Пожилая женщина видела иномарку светлого цвета, предположительно «Шевроле», на большой скорости покидавшей автостоянку. При выезде автомобиль задел за ограждение. При осмотре слова женщины подтвердились. Частицы серебристой автомобильной краски были соскоблены с ограждения и отправлены на экспертизу. Исчезнувший труп не давал оперативникам покоя. По горячим следам были обзвонены все московские больницы и морги. Выяснилось, что трупов с огнестрельными ранениями в то утро не поступало. Дежурившие в районе спорткомплекса «Олимпийские» и патрульно-постовые машины милиции также ничего подозрительного не зафиксировали. Оставалось ждать результатов экспертизы. Но на следующий день в Москве произошло еще одно убийство. На улице строителей в подъезде жилого дома был найден убитым некто Анатолий Семенов, заместитель генерального директора ТО «Интерформула». Личность убитого установили сразу, и не только по лежавшим в его кейсе документам. Семенов был известен оперативникам как «Рэмбо» и человек из ближайшего окружения вора в законе Глобуса. Его застрелили в подъезде собственного дома в трех шагах от квартирной двери. Глобус и его люди, в том числе и убитый Рэмбо Семенов, нередко посещали ночную дискотеку в Олимпийском, оттягивались там. Не исключено, что в ночь перестрелки Рэмбо был именно там. Девушка из ночного шоу, которую опросили оперативники, хорошо его запомнила. Он изрядно выпил, кому-то грозил и называл своих собеседников Глобусом и Бабоном. После показаний девушки и убийства Рэмбо, случившееся на Олимпийском проспекте приобретало совсем иной смысл. Выходило, что там состоялась криминальная разборка, затрагивающая самый верх преступного мира Москвы. Жертвой этой разборки, предположительно, мог быть или Бабон, или Глобус. Экспертиза краски и ограждения позволила вычислить возможную жертву. Автомобиль «Шевроле» серебристого цвета был зарегистрирован в подмосковном поселке Апрелевка на имя Валерия Длугача, Глобуса. Жертвой разборки оказался именно он.
На следующий день в Апрелевке хоронили Глобуса. Траурная церемония была снята на видеокамеру оперативниками. К моменту гибели Глобус входил в первую пятерку криминальных авторитетов российской столицы. Штаб-квартиры Глобуса была Апрелевка. Здесь, за высоким забором его особняка, собирались на свои сходки пиковые, то есть представители кавказской уголовной элиты. На шоссе при въезде в Апрелевку был установлен специальный пост наблюдения, который фиксировал номера автомашин, бригады и время движения. По оперативным данным и материалам наружного наблюдения, имевшихся на покойного Глобуса, выходило, что он контролировал не только Наро-Фоминский район Московской области, но и ряд коммерческих и банковских структур столицы. Ему исправно платили дань магазины, казино, рестораны. За ним давно утвердилась слава беспредельщика. Один из таких наездов и был снят скрытой камерой. Знаете, Ильич, что вы показываете по первому требованию всем, кто предъявляет вам мандат? Вам нужен наш мандат? Безусловно. Безусловно. Наш мандат – пушку в башке. Ты покажешь все, вплоть до трусов изнутри. Понимаешь? А то вы, у нас других мандатов нет. По дереву найдет и учредительный документ. Я вообще не понимаю, ты что, не понимаешь, что ты разговариваешь, что ли? Я не понимаю. Ты тогда как ведешься? Ты только не покажу то, коммерческое тайное. Ты с кем вообще разговариваешь, я не пойму. Ты хочешь с нами поехать, что ли? Ты коммерсант. Ты поедешь сейчас вместе с нами, а потом ответим перед теми, кто является у тебя крышей. И мы будем правы по-своему. Обычно подобные наезды заканчивались показательной разборкой. Но в случае с Орликино все обошлось. Вероятно, потому что Глобус погиб вскоре после наезда. По логике, выстроенной следствием, следующие жертвы криминальной войны после Глобуса Глогача, Рэмбо Семенова, должен был стать Бабон Ван. По поводу смерти Глобуса и Рэмбо у столичной прессы уже была своя версия. В Москве начат отстрел авторитетов, и его проводит таинственная организация «Бумеранг». Хотя следствие в подобную версию не верило, правая рука покойного Глобуса Бабон Ваннер был взят под плотное наружное наблюдение. Однако вести Бабона было трудно. Человек импульсивный, эмоциональный, он нередко совершал поступки и действия, на первый взгляд, лишенные логики, и уходил от наружки. Однажды в районе ВДНХ, бросив автомобиль и охрану, Бабон зашел пострелять в тир. Как потом выяснилось, просто пострелять из мелкашки. Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала этот эпизод. О нем вспомнили позднее. Через несколько дней наружка потеряла Бабона окончательно в районе Волоколамского шоссе. А еще через полчаса по спецсвязи пришло сообщение о перестрелке в том же районе. На место происшествия оперативники прибыли быстро. Человек, убитый в автомобиле, был Бабон. Возникло предположение, что в него стреляли со стороны бетонной ограды частного тира. Возможно, через заранее сделанные в ограде отверстия. Быстрый приезд оперативников на место происшествия спас жизнь непосредственному свидетелю случившегося, который разрушил эти предположения. Владелец гаража, расположенного напротив ограды тира, видел во время перестрелки со спины невысокого человека с теннисной ракеткой в руках. По его словам, выходило, что первый выстрел в Бабона был произведен со стороны гаражей и именно этим человеком. Со смертью Бабона все нити таинственных убийств на Олимпийском проспекте и улице Строителей обрывались. Почерк и обстоятельства трех убийств были схожи, что и подтвердила баллистическая экспертиза. Убийство авторитетов решено было объединить в одно дело. Следствие понимало, что убийство Глобуса, Рэмбо, Бабона вызовут ряд новых. Кто-то настойчиво подталкивал лидеров преступных кланов к кровавой бойне, к взаимному уничтожению, провоцировал их, и разборки начались. Некоторые пиковые после задержания утверждали, что происходящее – результат деятельности специальной организации под крышей МВД «Бумеранг» или «Белая стрела», которая ведет отстрел криминальных авторитетов, выдавая свои действия за внутренние преступные разборки. Следствие вновь услышало о «Бумеранге». По оперативным данным было известно, что одной из причин интенсивных разборок стало появление в Москве представителей региональных преступных элит – новокузнецких, архангельских, курганских.
Прибывшие в столицу авторитеты решили потеснить московских, в первую очередь пиковых, кавказцев. Архангельских авторитетов в Москве прикрывали курганские, среди которых всегда выделяли Александра Солонника, имевшего в криминальном мире репутацию высокопрофессионального киллера или чистильщика. И тут следователи вспомнили об одном донесении информатора, поступившем во время активного слежения за Бабоном. В донесении упоминался некий Александр из Кургана. Случайная встреча информатора с Александром произошла в районе ВДНХ, у Тира, и именно в тот день, когда там оказался Бабон. Курганский незнакомец утверждал, что он бывший милиционер или спецназовец, и даже показывал удостоверение. При осмотре видеоматериалов наружного наблюдения за Бабоном следователи сделали главное открытие. Человек в толпе у Тира рядом с Бабоном – это и есть Александр Солонник. Тот самый Солонник, который несколько лет находится в активном розыске, которого оперативники с определенной долей иронии прозвали «курганским терминатором» за его неуловимость. Затребованное дело Александра Солонника усилило подозрение. Во-первых, он действительно бывший работник МВД. После увольнения из рядов милиции пользовался фальшивыми документами на разные имена и фамилии. Был отличным стрелком. Прошел школу спецназа. Во-вторых, талантливый конспиратор, однажды уже пытавшийся при помощи косметической хирургии изменить свою внешность. Это было в Тюмени после побега из зоны. В-третьих, за Солонником числится несколько побегов. Первый раз он бежит прямо из здания суда во время процесса. Потом уходит в побег из колонии, оставив на память о себе изодранный бушлат с биркой личного номера. Несмотря на милицейское прошлое, статью об изнасиловании, по которой он сел в первый раз, заключенный Солонник чувствовал себя в зоне довольно спокойно. Так как по материалам наружного наблюдения за убитым Бабоном выходило, что Солонник находится в Москве, решено было провести спецоперацию. При обыске одной из московских квартир, где предположительно мог скрываться Александр Солонник, был обнаружен и изъят целый арсенал стрелкового оружия. Изъяли пистолет ТТ, автомат АКС, винтовку Мосина и другое оружие. Так, кто снимает квартиру? Ты? Брат мой. Ты здесь что делаешь? Давай, живешь здесь. Сам Солонник здесь не появлялся давно. Но была сделана еще одна неожиданная находка. Найдены видеокассеты с любительской съемкой, зафиксировавшие чей-то роскошный отдых в далеком зарубежье. Солонника в кадре не было, но голос оператора был идентифицирован. Это был голос Александра Солонника. Теперь стало ясно, куда он пропадал после побегов. В Шереметьево-2 был усилен паспортный и таможенный контроль. Подтвердившийся факт пребывания Солонника в Москве вызвал незамедлительную реакцию правоохранительных органов. Был проведен ряд рейдов в гостиницах, на рынках, у вокзалов. Парадокс ситуации заключался в том, что только арестовав Александра Солонника, курганского терминатора, правоохранительные органы смогли бы разрушить миф о деятельности Бумеранга. Тем более, что имя Солонника уже связывали с этой таинственной организацией. Сергей Тимофеев, он же Сильвестр, 13 сентября 1994 года в результате взрыва автомашины погиб. С конца 80-х годов Сильвестр являлся одной из самых заметных фигур криминального мира Москвы. Активно сотрудничал с Солнцевской бригадой. Его считали признанным вожаком славянских преступных кланов, естественным антагонистом пиковых.
Смерть Сильвестра усилила слухи и версии о могущественном бумеранге. Выходило, что это глубоко законспирированная организация действует под крышей российских спецслужб или МВД. В прессе данная версия обросла заведомо фантастическими деталями и подробностями. Смерть Сильвестра заставила усилить поиск Салонника. Его задержали в октябре 1994 года на Петровском рынке Москвы. Задержание и возникшая в связи с ним перестрелка происходили на глазах десятков людей. Восстановить картину случившегося на Петровском рынке было нетрудно. Усиленный наряд милиции остановил двух мужчин. В одном из них милиционеры опознали Салонника. Ситуация на рынке складывалась критическая. В ответ на просьбу предъявить документы, Салонник открыл стрельбу. Милиционеры были убиты наповал. На шумные звуки стрельбы подоспели охранники рынка и несколько машин патрульно-постовой службы. Расстреляв милиционеров, мужчина бросился в толпу и побежал в сторону железной дороги. Бежал он быстро и стрелял, проявляя при этом чудеса меткости. Жертвой этой стрельбы пали еще три сотрудника милиции и охранник рынка. Трупов могло быть гораздо больше. Недалеко от пригородной железной дороги он был ранен. Ему надели наручники, хотя признаки жизни он подавал очень слабые. Во время перестрелки пуля попала в почку. Это был Александр Салонник. Не будь он так тяжело ранен, его бы не взяли. Не будь он так тяжело ранен, он, может быть, и не заговорил. Свои показания Салонник начал давать прямо на больничной койке, а продолжил в следственном изоляторе «Матросская тишина». Он признался в ряде убийств, в том числе Глобуса, Рэмбо, Бабона. Послужной список киллера был весьма внушителен. По его словам, выходило, что охота на Глобуса была открыта архангельской бригадой, прибывшей в Москву. Спор возник из-за контроля над ночным клубом «Орликино». Именно поэтому Глобус срочно вызвал Бабона и Рэмбо на встречу в Олимпийском. Но братья-славяне на этот раз опередили Пиковых. Салонник убрал Глобуса. На следующем этапе борьбы с кавказцами в войну вступил Сильвестр. Он якобы дал добро на устранение Бабона. Но к моменту ареста Салонника Сильвестр был тоже мертв. Сенсацией стало показание Салонника о том, что внутри российского преступного мира возник и действует специальный эскадрон смерти, бандитский спецназ, в который его завербовали еще на зоне. Гибель сенсации о существовании бумеранга обернулась рождением новой. Оказывается, преступный мир готовит группы специальных киллеров-профессионалов, вербует их, вооружает и вводит в бой по мере надобности. Версия «Бумеранг» была развеяна с помощью показаний Салонника. И казалось, навсегда. Теперь Салонник находился в следственном изоляторе номер один, в одиночной камере. Читал, смотрел телевизор и самостоятельно изучал английский язык. И давал показания, раскрывая детали и подробности. Из его показаний следовало, что он и его люди довольно долго вели Бабона перед убийством, следили за ним, вычисляли маршруты. В какой-то момент Бабон оказался под двойным наружным наблюдением. Его вели и оперативники, и Салонник. Но оперативники этого не заметили. В то же самое время, когда Салонник вычислял Бабона и готовился к его убийству, самого Салонника искали люди покойного Глобуса, решившие отомстить за смерть авторитета. В ограде у помещения тира заранее сделали и отверстие для отвлекающей стрельбы. Сам Салонник расположился напротив, за гаражами, откуда и произвел свой единственный и точный выстрел в Бабона. Если бы не приезд оперативников, он успел бы убрать и свидетеля, владельца гаража. Свой ствол он убрал в чехол ракетки и скрылся. Во время допросов Салонник проявил себя как истинный фанат стрелкового оружия. Частами говорил о разных системах оружия, их особенностях, давал им оценки.
Выяснилось, что его любимое оружие – пистолет австрийского производства «Глок». Следствие по делу Салоника шло своим чередом, медленно продвигаясь к логической развязке – предъявлению обвинения. Этого ждали все – от репортеров криминальной хроники до работников МВД и прокуратуры. Предполагалось, что обвинение Александру Салонику будет предъявлено в августе 1995 года. Было проведено несколько следственных экспериментов. На каждый из них следователи выезжали в бронежилетах, так как опасались, что Салонник будет убит людьми Глобуса или Бабона, оставшимися на свободе. Но 5 июля в ночь заключенный камеры номер 938 Александр Салонник, уроженец города Кургана, без определенного места жительства, арестованный прокуратурой города Москвы 4 октября 1994 года, исчез. Вечерняя прогулка заключенных завершалась как обычно, без чрезвычайных происшествий. Все вернулись в камеры. Но через 2 часа выяснилось, что заключенный камеры 938 отсутствует. Немедленно была объявлена тревога. Осмотр помещений прогулочных двориков ничего не дал. Металлические решетки повреждений не имели. При проведении первоначальных следственных действий обнаружили, что люк, ведущий на крышу тюрьмы, открыт. Замок отсутствует. А смотровая будка дежурного, наблюдавшего за прогулочными двориками и данным сектором крыши, пуста. Сергей Меньшиков, 1974 года рождения, пришедший на службу в органы менее года назад, тоже исчез. При осмотре сектора крыши рядом с открытым люком и прогулочными двориками обнаружили альпинистский шнур, спускавшийся с крыши тюрьмы на улицу Матросская тишина. Так Александр Салонник совершил свой последний и самый знаменитый побег. Было очевидно, что побег Салонника тщательно подготовлен. Но кем и как? Кто пронес альпинистский шнур? Возможным помощником Салонника мог быть только Сергей Меньшиков. Но тогда почему не работали в ночь побега видеокамеры наружного наблюдения? Ни на один из этих вопросов ответа не было. В действие немедленно ввели план «Перехват». По тревоге были усилены линейные отделения милиции и мобильные группы. Были проведены задержания подозрительных лиц. При въезде и выезде из Москвы проверяли документы. Еще раз проверили адреса некоторых московских квартир, на которых предположительно мог скрываться Салонник. Документы граждан, покидавших страну, подвергли тщательной проверке. А летчикам международных авиарейсов выдали фото преступника. Но Салонник исчез. Или Александр Салонник действительно был залегендированным агентом российских спецслужб, человеком бумеранга, версию о существовании которого он и разрушил своими показаниями. Публично разрушил и пропал. Навсегда ли? Загадку Александра Салонника, курганского терминатора, пока не разрешил никто.